Итак, у нас декабрь, сезон простуд, сезон всякой вирусной инфекции. И очень хорошая поза, йоговская поза, это поза льва. Только мы ее не будем выполнять на земле, потому что сейчас холодно на земле. Просто ее можно выполнять стоя. Смысл в чем? Максимально высовывается язык, я вначале вам расскажу, буквально несколько минут, а потом покажу. Значит, максимально высовывается язык, старайтесь язык высовывать так, чтобы он аж как бы до подбородка. Вот. Потом глаза у нас направлены, максимально расширяются, направляются в третью точку между глазами. И дыхание фактически мы выдыхаем максимально и делаем вот такое собачье дыхание на выдохе. Вот. Руки желательно вот так напрячь. Вот пальцы, вот как я вам показывал были упражнения, вот выгибаются пальцы и делается вот так. Это, еще раз говорю, мы делаем позу льва стационарно, то есть стоящие, стоя, тогда, когда мы не можем сидеть. Итак, делаем глубокий вдох-выдох. Я сейчас покажу. И польза, в чем польза этой асаны? То, что укрепляется, значит, укрепляются миндалины, связки горла укрепляются. Вот. Меньше шансов у человека заболеть. То есть очень важно эту позу выполнять в горах, у озера, у воды, где очень много полезных ионов. Это усиливает вашу иммунную систему и дыхательную систему. Итак, делаем глубокий вдох. Начинаем выдыхать медленно ртом. И открываем рот. И возвращаемся в исходное положение. Глубокий вдох делаем. Выдох. Похлопали. И на этом заканчивается упражнение. Вы можете повторить, ну, 2-3 раза так на свежем воздухе, ну, секунд по 15. Этого достаточно будет. То есть собачье дыхание максимально на выдохе.